Добрый день и добрый вечер всем хорошим людям. Ну, что Бог дает нам жизнь, и солнце восходит над злыми и добрыми. Мы решили посетить парк, прогуляться по Сакраменто возле Белого дома. О чем-то рассуждать, размышляют люди. Так, и сейчас пойдем немножечко рассмотрим. Мать, там другие есть, что ты там? Ну что вы там так, в самом деле? Фотосессии потом пошли. Тут ремонт делают в Белом дому. Закрыто близкий въезд. То мы чуть дальше по парку пошли, чтобы увидеть вечерний Сакраменто, посмотреть. Тут разные виды растений, деревьев, разные виды подписаны, и которые растут в Калифорнии. Разные виды деревьев. Так, пальмы. Апельсины, мандарины на деревьях. Ого, сколько этих. Смотри, сколько. Как их? Белок. Белки. Давай. О-о-о. Тоже. Тоже, видать, собирает апельсинчики, которые падают с деревьев. Вон попадали. И они, белочки, кушают. Вот так. Деревья большие, ухоженные. Так, куда там? Молодежь пошла. Тут разные памятники есть, цветочки. Там надо вникать, смотреть, позабывал. То вьетнамской войне посвященный, то кто знает какой. Пока украинской нет войны, не посвящено, не знаю. Думаю, что в историю войдет все. Все. Так, вот этот вечерний обзор, напоминаем. Вечерний обзор, так. Идет. Парка. Возле Белого дома. Смотримся, подписываемся, ставим лайки, чтобы было всем хорошо. Ведь
это и жизнь для жизни. Показываем жизнь, как люди живут, отдыхают, радуются жизни. После рабочего дня, конечно, если вот белочки с ногой, хорошенькая белочка. Давай, ну не мама, не хлипка, что тебе дать, ну, ну, вот, такое. Сейчас продвигаемся вперед, посмотрим, где там наша молодежь убежала. Так, переходим на другую сторону. Посмотрим, что там. Тоже апельсины. Вот деревья большие. Вот тут сейчас банановое дерево есть. Не дерево, как кусты, не знаю, как они. Как они тут называются. Вот. А тут бамбук, сейчас слева бамбук. Бамбук из бамбук. Вон и в Африке бамбук. Вот, например. Вот так. Так, я сейчас потерял вас. А тут ты шо? Фотосессии, конечно. Да, тут вот он, да. Дальше там гостиница большая. Вот такое дерево. Это маслины, дерево маслин. Так, ну добре. Все хорошего всем. А то сильно багато, то кажуть, иногда даже вредно. Ну мы так. Порції ми даємо. Так, о чому там сестри розсуждають? Банани, я вже сказав банани. А вам як? Як банани чи ці? Очень красиво здесь. Так. Ребята, ми продовжуємо тільки начало это. Дадим порціями, щоб не було много, щоб не було приторно. Аліна, я не можу вот так. 2 секунди. Все, щасливі всі. Давайте, всего хорошего. Будьте здоровы.